Продолжение темы – материал нашего мобильного репортера. Сотрудники Дорсервиса, начиная с понедельника, высаживают вдоль пешеходной дорожки на проспекте Ленинского комсомола кусты кизильника. Это красивое и неприхотливое растение, о котором говорят, что ему необходим клочок земли и немножко солнца. Кустарники сажают близко друг к другу, чтобы впоследствии они имели вид живой изгороди. Начальник участка Любовь Третьякова говорит, ягоды кизильника съедобны. Бригада работает с утра до вечера. Мужчины подготавливают лунки, женщины занимаются посадкой. Треть кустарников уже высажена. Всего же вдоль проспекта будет расти 7 тысяч кустов.